потрясающе интересные композиции. Но вот, видимо, там он что-то не сложилось, не задержалось. Вообще сейчас в Америке так немножечко на спад пошло синхронное плавание. Почему-то они не могут подняться. Вот после того, как полностью сменились у них поколения, это в 98-м, там 90... Да, где-то примерно в эти годы сменился состав. Да, и уже почти 20 лет. Но сейчас, да, не об Америке, а о Европе. Поскольку наша сборная уже 20 лет не проигрывает синхронно плаванию. Смотрим поддержку. Тоже невысокая поддержка абсолютно. Невысокая, да. Но здесь вот ногами, видите, толкали, потому что... Кто-то руками, кто-то ногами. Там был выброс, да, и спортсменка заходила ногами в воду. И чтобы не задеть ту нижнюю, которая толкает, да, видели, приняли решение толкать именно ногами. Это сборная Лихтенштейна. Футболисты в сборной Лихтенштейна работают некоторые, кто на заводе, кто почтальонами. Вот интересно, где работают девушки-синхронистки. Потому что такого большого профессионального синхронного плавания в этой стране нет. Больше на любительском уровне. Ну, на самом деле, не только в Лихтенштейне, во многих странах, да, спортсменки совмещают свою работу где-то в офисе и потом приходят после работы в бассейн и уже начинают тренироваться. Да, такое часто бывает. Эти девушки выступают третий сезон уже вместе. И на прошлом чемпионате мира год назад мы часто вспоминаем результаты мира. Соответственно, заняли они 25-е место в квалификации. Далеко от судейского столика работают. Вот идет такое сцепление. Здесь достаточно, я не могу сказать, что оно сложное, потому что ногами спортсменки зацепляют друг друга, и они не могут расплыться. И, конечно, это гораздо легче, вот эта связка сцепления, чем вот мы видели. Даже вот у наших мы увидим, там, конечно, совершенно потрясающе интересная, очень такая опасная, рискованная связка сцепления у них. Но купальники красивые, кстати говоря, как чешуя рыбы с глазом. Не у всех такие выразительные. Закончил дуэт из сборной Лихтенштейна. Ждем оценок. Тренеры, по-моему, очень довольны. Видимо, болельщиков из этой страны. Про эту связку, да, я говорила, сцепление, где ногами они держат друг друга, и расплыться им сложно, поэтому не самая она интересная и эффектная. Да, но где-то в районе... Высоты не хватает сейчас спортсменкам. В районе 75 баллов получат девушки из княжества Лихтенштейн. Ждем оценок. И сделаем небольшую паузу. Затем, напомню, наши выступают под 19-м стартовым номером. Ну а под 14-м будет сборная Украины. Наши конкурентки и соперницы за первую позицию. Да, 78 баллов, чуть более. И ждем выступления остальных участниц.